Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Капитан Крым». И сегодня я после долгого перерыва хочу показать вам, что происходит на строительной площадке квартала «Прайм» в курортном комплексе «Прибрежный». Предваряя нашу прогулку по месту строительства объектов квартала «Прайм», сразу же хочу сказать, что я был приятно удивлен тем, какими темпами тут все меняется. Вот так в скором времени преобразятся наши крымские берега. Шаг за шагом меняется архитектура, меняется общий вид побережья и, конечно же, поменяется стиль и уклад жизни. Это новый формат отдыха в Крыму. И с каждым днем строители приближают момент появления этой красоты в квартале «Прайм» курортного комплекса «Прибрежный». Яна, добрый день. Вот мы с вами встречались уже давненько, еще до урагана. Здесь было только начало котлованной работы. Сегодня я мимо проезжая смотрю, что прям сильно процесс стройки ушел в космос. Расскажите, какие у вас изменения, коротко. Мы, конечно, пойдем посмотрим. И что нового? А мы уверенно каждый день растем вверх. Сегодня мы сейчас с вами, когда придем на стройку, мы уже увидим, что в некоторых корпусах мы вышли на 8-й, 9-й, 6-й этаж. То есть стройка каждый день, не останавливаясь, и мы только растем вверх. Также мы с вами увидим уже изменения по нашему банно-бассейновому комплексу, увидим уже закрытую чашу бассейна и пройдемся с вами по всей территории нашей строительной площадки. Ну что, идемте? Да, пойдемте. Друзья, поразительные изменения. Вот я на территории. Сейчас мы с Яной тут пройдем, все посмотрим, но сразу бросается в глаза, что вот башня уже, смотрите, какая высокая. Прошло всего лишь там, я не знаю, ну с осени сколько там прошло? Чуть меньше года. Вот смотрите, это Коломитская апарт, это у нас Skyline апарт, это отель Бриз и башня Infinity. Яна, ну вот полгода назад, ну около года здесь только заливали фундамент. Мы сейчас стоим на первом этаже башни Infinity. Да, все верно. Кстати, здесь и произошли одни из самых таких больших изменений. Теперь у нас на первом этаже правая часть от меня мы отдали полностью под фитнес-центр и массажные кабинеты, а левая сторона у нас под спа, там будут бани, купели. И также, где у нас была зона ресепшена медицинского центра, теперь у нас там появилась зона видеоигр и аниматорская. Давайте пройдем, друзья, как раз все это посмотрим. Мы идем по первому этажу башни. Слева у нас зона фитнес-центра будет, видите? А справа у нас получается зона спа и зона бани. Давайте пройдем дальше. Там тоже очень интересно. Работа кипит, стройка идет. Мы подходим с вами к бассейну, к закрытому бассейну башни Infinity. Смотрите, вот башня Infinity над нами, здесь бассейн будет 231 квадратный метр. В конце, вот идут сейчас бетонные работы, в конце будет зона гидромассажа. Видите, друзья, вот эти столбы, здесь будет все застеклено, бассейн будет застеклен. Ну, считайте, круглогодично можно будет в нем плавать. Наверху будет эксплуатируемая кровля и зона аэрария, будет шикарная терраса. Ну, сейчас вы все увидите. Сейчас мы с вами находимся в нашей башне Infinity на 6-м этаже. Хочу вам показать, как мы продвинулись по стройке. Мы видим прямо, это корпус Коломитский апарт. Сейчас вышли на 9-й этаж из 13, одна часть, вторая это часть 6 и 6 этажей. За ним дальше корпус Парк апарт. Пока залили фундамент, в ближайшее уже время начнем расти вверх. За мной дальше это корпус Rose Apart. В Rose Apart мы вышли на уже 4-й этаж. Это 5-й корпус Estate Apart. Будем скоро выходить на 2-й этаж.
Башня Infinity здесь уже залита 9 этажей из 16. За мной находится корпус Skyline Apart. Сейчас там вышли на 6 этаж из 9. И последний остался — это отель Приз. Одна часть уже на 5 этаже из 6. И левая его часть, вторая, 8 этаж из 9. Друзья, смотрите, вот это отель Бриз. Здесь комплекс апартаментов, много всего, а вот там вдали розовое озеро. Красота. Но давайте сейчас, предлагаю вам пройти, посмотреть еще одно замечательное место. Мы идем по... Пока здесь еще, конечно, не все возведено, будут еще определенные стены. Но у нас с вами есть возможность пройти по широкому пространству такому. И посмотреть на вид, который будет открываться для жителей апартаментов в башне Infinity. Давайте, осталось совсем чуть-чуть. Там везде идет строительство. Я даже уже боюсь представить. Красота какая. Море. Море как на ладони. Огромное. Наше Черное море. И знаете, вот особенность в Евпатории, особенность того, что вот море, мы же здесь в степи, но вот с такой высоты море наблюдать, как на южном берегу Крыма. Ничем не хуже. Просто фантастика. Смотрите, внизу как раз бассейн. Вот мы там были с вами. Идут бетонные работы. Вот будет зона гидромассажа. Это сам бассейн. И, как вы видите, до пляжа буквально здесь минута пешком до пляжа. Кто хочет окунуться в море или поплавать, понырять, вот, пожалуйста, все рядом, все близко. Еще, друзья, смотрите, отель Бриз строится. И туда мы не пойдем, там идут строительные работы активно. Но хочу обратить ваше внимание, как видно Евпаторию. Смотрите, Евпатория как на ладони. Из отеля Бриз будет фантастический вид на город. Ресепшн, медицинский центр. А где он будет расположен? А да, раньше у нас действительно он располагался в башне Infinity на первом этаже. Сейчас же мы отдали полностью под клинику здание. Это у нас раньше располагался бизнес-центр «Кристалл». Теперь это медицинский корпус, 6 этажей. Буквально с правой стороны от корпуса парка «Парк». Вот, друзья, еще хочу обратить ваше внимание. 3 лифта, 2 пассажирских лифта и 1 грузовой будет. Это пока шахты пустые. Но, надеюсь, скоро все доделают, и здесь появятся лифты. Еще, друзья, интересный момент, что все возводится в комплексе единовременно. Работы везде кипят параллельно. Все строится параллельно и одновременно. Это же классно. С вами находимся на первом этаже второго корпуса Коломитский Апарт. Также в чем наше еще одно преимущество? В том, что у нас на первом этаже внутри комплекса будет находиться встроенный паркинг. И из паркинга в дальнейшем вы сможете попасть в любую точку комплекса. Мы с вами на втором этаже корпуса Коломитский Апарт. Давайте зайдем, посмотрим. Это евродвушка, 40 квадратных метров площадь. Балкон, терраса здесь, пока еще идет стройка, но вот, вот так это выглядит все. Вот такой будет коридор, холл, и справа-слева апартаменты различные. Самое главное, мне кажется, что наши резиденты активно участвуют в доработке инфраструктуры в нашем комплексе «Прибрежный квартал Прайм». То есть у вас такие активные покупатели? Да, у нас есть телеграм-канал, и мы там часто проводим опросы. Наши резиденты могут оставить комментарии, чтобы они хотели еще увидеть или чтобы мы доработали в нашем комплексе. Получается? Да. Вы уже видите совместную работу. Это как раз-таки касается банно-бассейнового комплекса и медицинского центра. То есть все изменения, которые вы внесли в проект, как раз вот благодаря вашим резидентам. Да. Это как раз-таки наши совместные усилия с резидентами. И еще, друзья, интересный момент. Независимо от того, в каких апартаментах проживают резиденты, в бассейно-банный комплекс, медицинский центр они смогут пройти, не выходя на улицу.
Ну что, друзья, видите, какие изменения? Прям буквально меня не было совсем чуть-чуть с осени, и все меняется на глазах, все строится одновременно, Крым меняется. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Капитан Крым. Все полезные ссылки в описании к этому видео. Всем пока!